Я Александр Андреев, а он Роад Кинг, Харли Дэвидсон. 14 года, только прошел обкатку. Прокатимся, посмотрим, как он в городе. Вот этот мотоцикл создан для того, чтобы на нем комфортно просто передвигаться по миру. Не просто по городу, а по миру. Трасса 66, вот, там, Москва-Питер, Москва-Екатеринбург. Нужен мотик такой? Если нужен, я сделаю хорошую скидку и объясню, как на нем ездить. Потому что я немножко так учу людей. Это как раз те мотоциклы, на которых нужно следить за лицом и делать его каменным. То есть мы попробуем почувствовать себя человеком, у которого есть все. То есть бабки, мотоцикл, каменное лицо. То есть он даже называется Роад Кинг. То есть я такой, знаешь, король дороги. То есть я попытаюсь сегодня быть королем дороги. Правильно же? Так переводится Роад Кинг. То есть корона у меня и так есть. Осталось только мотоцикл. Вот, пожалуйста, вот мой мотоцикл. Корона, вы уже все давно заметили, что у меня ебал рот какая-то. Попробовав Роад Кинг в городских условиях, в часы пик, прокатиться по Третьему кольцу, достаточно легко везде можно проскочить, где не получается, приходится чуть-чуть подождать. Но, в общем, ничего такого криминального я не заметил, что типа большой мотик, габариты, сумки какие-то здесь, еще типа подножки. Думал, что будет сложнее. А на самом деле привыкаешь и нормально фигачишь, как на спортбайке, почти. Да, то есть нет такого, что там разницы совсем никакой не чувствуется. Есть, вес все-таки 370 килограмм ощущается. Но, в принципе, можно вообще совершенно спокойно привыкнуть к этому. Крейсерская скорость где-нибудь там 120, потому что если быстрее ехать, говорят, что бензин быстро заканчивается. А так где-то 180-200 он пойдет с горочки. Много разных фишечек у него, которые, начиная от звука и выхлопа, который здесь стоит за пятерку долларов, его слышу не только я, но и люди, которые сидят в машинах. И причем звук такой прикольный, благородный. Есть свинячие звуки, издающие мотоцикл, а этот прям чувствуешь королевский. Смотришь на него, и хочется прокатиться еще и еще. А еще больше скажу, что прокатиться не одному, а с любимой женщиной. Леночка, поедем кататься. В общем, семейный мотоцикл. Рекомендую всем женатикам. Пиздатый мод. Ты хочешь, чтобы я так говорил, да? Черепки, вообще огонь, смотри все как, блядь. Тут в каждом черепе, знаешь, сколько денег, блядь. Вот, например, даже бак, вот видел тут, блядь? А? С баком, что, череп, а в нем, блядь, в зубах показатель уровня топлива. Ты вообще себе когда-нибудь такое, ты когда-нибудь себе такое представить вообще мог? Что в зубах черепа будет показано, сколько у тебя бензина в баке. Выхлоп пятерку зелени стоит.
Возьми, сделай. За десятку. Ну, дешевле, дешевле у всех есть. А ты сделай дороже, и чтоб продавался. Вот это нормальная тема. Хочешь почувствовать себя королем дорог, покупай Road King. Пару миллионов долларов. Ну или хотя бы рублей. Какой мотоцикл вы, Александр Андреев, порекомендуете мне в первый сезон? Я всем отвечаю. Любой, совершенно. И чем он будет дороже, мощнее, красивее и желаннее, тем лучше. Надо уметь ездить на нем и задуматься о том, как вам приобрести нужные навыки. Если ты не умеешь ездить, неважно, пусть у тебя будет самый дешевый, самый, не знаю, не жалкий мотоцикл, и ты на нем уберешься, ну пусть тебя хотя бы запомнит, что ты уж, если уж ты уберешь, то хоть на самом дорогущем мотоцикле-то. Он убрался на этом, не знаю, там, на Панигале, ёпта, да он же мощный. Или, да он убрался на стыде. Это же, это стыдно, блин. Сам мотоцикл, сам себе, да? Стид, что это такое, блин? Ты на чем ездишь? На стид, блин, я не понимаю. И выбрасывайте из головы, может взять на первый сезон какой-нибудь себе кал, чтобы привыкнуть к этому. Король дорог. Мой ответ. Как минимум. И не жалейте денег. Вкладывайте, покупайте самый такой мощный заряд, на котором ты даже в первом сезоне уже захочешь появиться на смотре, как минимум. Заявить о себе и сказать, вот он я, друзья, я в вашем мире. Принимайте меня. Посмотрите, какие у меня сапоги, как я выгляжу, да, то есть какой у меня мотоцикл. И с таким порывом вы и должны вступать в мотодвижение, а не так. Купить себе какой-нибудь кал, и просто, типа, с поджатым хвостом приехать, типа, ты первый сезон. И, типа, все, кто вокруг тебя такие смотрят. А сами-то некоторые тоже в первый сезон выезжают. Просто они смотрят на тебя, у них-то нормальный мотик, а у тебя что? В общем, не жалейте денег ни на мотоцикл, ни на экипировку, ни на обучение. Ни на что не жалейте денег. Чем больше вы денег тратите, тем больше вы их зарабатываете. С вами был Александр Андреев. Я, как человек, который проездил на мотоцикле минимум 1-2 года, скажу, что самый лучший вариант для таких людей – это самый заряженный мотоцикл и дорогой, чтобы там была электроника, тормозная система, все вот чуть ли не сам он ездил. Сегодня что за день недели? Пятница? Или четверг? Четверг. Просто четверг. Посмотрим, как мотоцикл Harley в четверг. На мотоциклах, там, на разных, есть вот такие подножки, большие, широкие, да? Например, и от вибрации подножек нога типа трясется, и встаешь, и такой идешь, и весь трясешься. Трясешься просто. Вот когда ты видишь, люди трясутся, идут, а это у них у подножек нормальных нет. А вот здесь подножка, видишь, какая? То есть она немножко влево-право уходит. То есть она создает эффект демпфера такого небольшого. И поэтому, когда ты встаешь с Harley, ты чувствуешь себя человеком. То есть ты идешь и не трясешься. При приключении наверх ты слышишь вот этот взрыв. Он благородный такой, знаешь, королевский звук вот этот. Вот это я чувствую. За пятерку долларов. С вами был Король Дорог и Александр Андреев. А ты что подумал? Что я король дорог?